Рады. Турнир прошел хорошо, и, в общем, о признании нашего турнира как в качестве одного из ведущих в Европе турниров, которые предваряют официальный сезон, говорит тот факт, что полностью посетил генеральный секретарь ФИБА Европа, то есть человек, который в первую очередь ответственен и руководит клубными европейскими соревнованиями, Камил Новак. Сейчас мы только что с ним поделились впечатлениями. Он в восторге от организационной части, от спортивной. И сегодня вот финал получился реальной игрой команд, которые в прошедшей Евролиге вошли в четверку лучших. Естественно, я думаю, понравилось всем. Может быть, там качество игры можно будет еще дорабатывать и той, и другой команде, но борьба, желание, они были на лицо сегодня. Очень рады тому, что турнир состоялся, что сезон открыт, уже по традиции Кубка МГК, и что мы смогли показать команду и всех гостей нашим болельщикам Екатеринбурга. Спасибо. Я думаю, что нам комментарии привели нужны. Важные впечатления вообще о турнире, о команде, Well, I'm obviously very glad that we are able to здесь этот турнир, и я думаю, что это хорошее соревнование в качестве And especially when we have caliber teams that play in the EuroLeague. Even Latvia was tremendously improved from last season. They beat a EuroLeague team. I think we had excellent competition, and it was very good for us. Especially the final is a game where we really had to play and where we can learn a lot from. Очень важно было на этом турнире, что были две команды, которые играют в Евролиге, которые еще и улучшили игру по сравнению с прошлым сезоном. Это сыграло важнейшую роль в этом турнире. Также я хочу отметить, что игру довольно близкий по счету финала, и это то, что пошло на работу. Спасибо. Спасибо. Да, вы слышали, вам больше ничего? Да, конечно. Как прошел? Что я могу сказать, что первый турнир у нас уже, первый кубок у нас в кармане уже. Я рада, что пришлось только зрителей, несмотря на то, что я знаю, что еще в городе проходила Андрея Гриппа параллельно, что наш болельщик всегда с нами, верные болельщики наши. Очень приятно, конечно, играть. Вот. И я надеюсь, что все понимают, что с такой командой, как у нас, мы находим только на победу. И нас устраивает только золото. Поэтому ждем на следующих матчах с удовольствием. Надеюсь, покажем хороший баскетбол. До встречи. Отлично.